В текущем году 81 семья, которая приняла на воспитание детей, получила единовременную выплату от соцфонда. Это мера поддержки, на получение которой имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приемные родители. Обязательное условие – они должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны. Так как выплата является разовой, то она представляется в фиксированном размере. В Дагестане это 22 909 рублей. В случае, если семья приняла на воспитание сразу несколько детей, пособие положено на каждого ребенка. Для получения этих средств нужно обратиться с заявлением в клиентскую службу фонда либо МФЦ, предоставив копию решения суда об усыновлении ребенка, а остальные документы специалисты отделения фонда сами запросят по межведомственному взаимодействию. Также заявление можно подать через госуслуги или направить по почте. Важно отметить, что заявление нужно подать в течение полугода со дня вступления в силу решения суда об усыновлении либо со дня вынесения органами опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо со дня заключения договора о принятии ребенка в семью. Решение о назначении материальной помощи принимается в течение 5 рабочих дней после поступления соответствующего заявления. При отсутствии необходимых документов время рассмотрения может достигать до 20 рабочих дней. Более подробную информацию вы можете получить по номеру горячей линии регионального отделения социального фонда, указанного на экране.